Гаурангай Гагатир Баяситамати, Сигурадхамо Сити, Сасайт Сасаттай Габитир Кушанга Вирати, Дусто Весани Скити, Сиру Пайкарати Санатананати, Сиживате Йосути, Шишидханта Сарасвати Биджаяте, Гаури Йогости Пати, Шишидханта Сарасвати Биджаяте, Гаури Йогости Пати. Гаури Йогости Пати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Биджаяте, Until and unless you have 100% inclination unto the lotus feet of the Supreme Lord, you cannot speak about that absolute. Гауди Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что до тех пор, пока мы не предались полностью лотосным стопам Верховного Господа, мы не можем говорить об этой абсолютной истине. Мы будем бояться говорить об этой абсолютной истине. И если вы по-настоящему посвятили себя лотосным стопам того Верховного Господа, то тогда вы не будете бояться говорить о Нем, об этом Абсолюте, об Абсолютной Истине. И на самом деле Шрила Прабхупад говорит, что делать что-то для удовлетворения обычных людей, наслаждаться популярностью среди них и делать что-либо для того, чтобы Верховный Господь был доволен, это разные вещи. Common people to enjoy popularity and to satisfy Supreme Lord. Делать что-то для удовлетворения мирских людей, для обретения славы и делать что-либо для удовлетворения Верховного Господа – это совершенно разные вещи. Если я буду думать об удовлетворении обычных людей, это зовется камой, моими личными интересами. А если мы стремимся к тому, чтобы Верховный Господь был доволен нам через Харикатху, Киртан или еще что-либо, это зовется Хари Сева или Кришна Сева. Обычные люди настолько глупы, что они приходят, но они не могут понять. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур много раз с тяжелым сердцем говорил, так много людей приходят сюда, чтобы принять прибежище у Гуру, и они носят тилаки и малые совершают дампарикрамы, совершают экадаши, джанмаштами, радхаштами и прочие праздники, и они повторяют харинам. Но почему они не прогрессируют? Почему они не прогрессируют? Какова причина? И стандарт баджана, стандарт харикатхи, стандарт киртана постепенно, к сожалению, он падает. А почему? Поскольку такой саду, настоящий саду, очень редок. Но это, опять же, не значит, что нету саду вообще. Мы не можем сказать так. Если мы говорим, что саду вообще нет, то тогда это оскорбление с нашей стороны, поскольку таким образом мы получаемся в Майваде, вездесущие, всемогущие. Верховный Господь, Он есть, и Он поддерживает все бесчисленные миры. Но Он очень могуществен, и разве Он не может послать своего истинного посланника в этот материальный мир, чтобы мы обрели благо? Разве Верховный Господь настолько слаб, что не может сделать этого? Не может послать достойного спутника, чтобы мы поняли, что делать, куда идти, разве это так? Если мы будем думать, что Господь не может послать своего истинного представителя, то мы будем
тяжело наказаны. Я могу привести свидетельство со слов и статьи Шрилы Прабхупады, что Шрила Бхактивинода Тхакур с тяжелым сердцем говорит, что они такие люди, они не думают, как принять гуру, как совершать харинам, как избегать оскорблений. Они не знают этого. Я говорил на Радхаконде, может, где-то 12 лет назад, я говорил много раз, там, но в тот конкретный день, около 12 лет, 13 лет назад, или, может, больше, вот я, сидя на берегу Радхаконды в Мадхья-Кунджа-Бихаре, и много ачари там было, они позволили мне говорить, я говорил о сокровенной татве Гаудия Бхаджана. И после того, как я закончил свою речь, один глупый саньяси, самый глупый из всех саньяси, он хотел доказать всем, что он великий саду, написал, он сделал визитку, и на ней написал о себе, что он лучший из лекторов во всем мире. Он ученик Вамана Махараджа был, но так или иначе, если бы у него было понимание, что это глупо, но что делать? И после того, как я закончил говорить, он хотел оспорить мое утверждение. Все были удивлены, поскольку Бхагавати Махарадж говорил просто великолепно и в полном соответствии. Но и вот там были только преданные Гауди были, они все знали, что Бхагавати Махарадж говорит идеально. И после того, как моя речь закончилась, Бхагавати Махарадж, этот саньяси, сказал, что Бабаджи Махараджи говорит всегда негативно. И этот саньяси был очень могущественный, очень уважал меня и сказал, что смотри, ну все-таки кто-то должен же говорить о негативном, иначе как мы можем принять позитивное? И вот тут другой саньяси сказал, что этот Шьямбаба, он из-за своей любви и заботы, он всегда говорит об этом негативном, чтобы предостеречь нас от падения. И вот тут другой саньяси ответил, что Бабаджи Махарадж говорит позитивно, но ты думаешь, что это негативно из-за твоих недостатков в твоем сердце. И Шрила Прабхупада тоже говорил об этом. Или если даже ты говоришь, что он говорит о чем-то негативном, то все равно должен быть кто-то, кто мог бы это нам показать, чтобы мы смогли исправить свои недостатки. И вот Шрила Прабхупада, он много раз говорил, как повторять харинам, как совершать сатсангу, как понять, кто саду, а кто нет. Все различные характеристики саду и все прочее аналитическое суждение в книгах Шрилы Бхактивинода Тхакура приводится. Мы очень удачливы, и мы должны быть горды, что мы из Гаудия Матха такого аналитического суждения, такой аккуратной сиддханты нет нигде во всем мире, поскольку мы находимся в наставнической линии Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады. Но не все настолько удачливы, кто-то теряет эту возможность. И вот Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакур говорит, что да, каждый заявляет о себе, что он разумен. Но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, да, все люди, они разумны, но они все разумны в своих собственных измерениях, но они не настолько разумны, чтобы соответствовать уровню Кришны или Сварупа Госвами или Шри Чайтанья Махапрабху. Они неразумны до такой высокой степени.
И поэтому такие люди не могут прогрессировать в баджану. Они думают, что они гордятся своим положением. Кто-то ачарья, может, стал кто-то еще кем-то, и этим они гордятся, и это не дает им прогрессировать. Я, если мы будем беспристрастны к материальным потерям или приобретениям, И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что те, вот он очень аккуратно говорит, почему мы не можем совершать харинам и понять, кто такой садгуру, кто такой не садгуру, как принять дикшу, то есть как случается так, что кто-то получает дикшу от ложного гуру и оказывается обманут. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что почему мы не можем прогрессировать, многие не могут прогрессировать на пути баджана, потому что они не сведущи о том, как избегать аппаратов. Если люди не знают это, как избегать аппаратов, оскорблений, то тогда так или иначе, прямо или косвенно, знающие или не знающие, осознанно или нет, различные оскорбления не тянут вас вниз на пути вашего баджана. Я говорил где-то 15 лет назад. В Рупнагаре, город в Панджабе, от Чандигарха, километров 25. И вот давно достаточно это было. И вот я помню, в то время я говорил о том же, почему мы не можем прогрессировать. Люди спрашивают меня, я был один. Там и вот все собрались и слушали. Я вынужден был сказать, что мы не знаем то, как избегать оскорблений. Различные оскорбления мы совершаем осознанно или неосознанно. И поэтому мы не можем прогрессировать в нашем баджане. Что говорить о прогрессе? Мы деградируем. Я был вынужден дать такой прекрасный пример, как даже шестилетний мальчик может понять, если ему рассказать этот пример. И вот он заключается в том, что в нашем детстве мы или еще кто-то that one. And we are doing this playing, it is 6 or 4, according to that we are putting our guti, that, you know, here, there, going on. Now after that there is also snack and ladder, and if we are going to reach one ladder, we are very happy. Oh Maharaj, we are going И вот Махарадж приводит пример с детской игрой, где Махарадж приводит пример с какой-то игрой, где если набрать 100 очков, то ставить можно победителя. Вайса выпадет какая-то змея или еще что-то, то все сгорает. И вот здесь тоже похожий пример. Я, конечно, не говорю, что все наши усилия на пути духовном, они бесполезны. Нет, но все же вы должны быть достаточно сознательны. Sometimes making bigger problem can come down.
И вот и так получается, что если мы прогрессируем, чего-то достигаем, но из-за оскорблений вынуждены упасть назад, упасть вниз. И вот также Махарадж приводит пример с экзаменами. И вот в то время Махарадж, когда учился, были вопросы по каким-то экзаменам, если успешно ответить на вопрос, то один балл зачисляется студенту. И вот если на 100 вопросов ответить, то 100 баллов получается. Ну, точнее, если успешно ответить, 100 баллов получается. И вот был один такой, как сказать, искренний студент, но не особо хорошо учился и на бум отвечал и получил ноль в итоге. Спросил, почему лучше, на большую часть правильно ответил, и вот он, оказывается, на 50 баллов правильно ответил, а на 50 неправильно. В итоге 50 минус 50 ноль получилось. Вот этот пример дает нам понять, что случается с нами в нашей жизни. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что те обычные люди, они принимают какого-то гуру, и Бхактивинода Тхакура, он просит нас всех не спешить с принятием гуру. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит: о, человек, жди. О, люди, ждите, если вы достаточно искренне, то сегодня или завтра Баларам Нитьянанда, он смотрит на вас, и в моей жизни тоже это было так. И это совершенно, если вы достаточно искренне, то это обязанность Баларама Нитьянанды отправить Садгуру вам. А не так, что у кого-то много человек получает посвящение, это не значит, что и вам нужно туда. Люди следуют слепо часто. Я пример могу из Бхагаватам привести. Гуру Пад Падма, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Парамахамса Гурудев, он в одной статье писал. И вот во время Махалаи перед Дурга Пуджи. Before Mahalaya, there is one day Renskar Mahalaya. That day, night, and the whole people. И вот есть один день, в который все слушают Чандипат. Namastasvai, Namastasvai is hearing. Every year you can follow. That day is Father's Day. И вот это день отца, день предков. Питрипакша. И в этот день нужно предлагать подношение своим предкам, пинду, всем умершим родственникам. И таким образом Гурупад Падма смеялся и говорил, описывал это в своей статье. И вот он описывал, он шел на Гангу, и как раз этот день был, эти титхи, и что делать. И вот он видит очередь перед Браманом. И вот люди, в общем, стояли в очереди к Браману, совершили свои ритуалы. И вот там был один Браман, у него была емкость медная. Такая емкость в форме лодки.
И вот этот браман хотел омовение принять в Ганге, но этот человек был с очень знаменитой семьей, и вот он думал, пойдет принять омовение, у всех такие же посудины, и могут случайно перепутать. И вот он подумал, я в эту емкость положу глины с Ганги, чтобы не запутаться. И вот человек взял горсть глины, положил в свою емкость. Он был очень известен, знаменит, с высокой семьей происходил. И вот этот... И все это заметили, и решили так же сделать. И вот когда этот браман пришел с Ганги, то видит во всех этих емкостях, во всех посудинах тоже глина лежит. И вот Шрила Гурудев говорит, что также обычные люди... You pull and all the team can come pull. These are in Gita also speaking. Ну, это Шрила Пури Госвами Махарадж, он переводит пример с людской глупостью, как если козы, например, если взять одну козу, утащить куда-то, то все стадо пойдет за этой козой, которую тащит. И также люди, они подражают. Просто подражают, а знание о том, зачем и как что-либо делать, его нету, а просто подражают. И также Прахлад Махарадж говорил, и вот Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакура, он хотел сказать, что они, многие не знают, что такое оскорбление, и как избегать оскорблений, и осознанно или неосознанно они совершают оскорбление, поэтому они не могут прогрессировать. И вот несмотря на то, что они следуют всем правилам и предписаниям, они... Они не считают то, как они прогрессируют или деградируют. И вот люди, которые совершают в процессе свабаджана какие-то оскорбления, нама аппаратхи, дама аппаратхи или сева аппаратхи, и вот если они делают что-то положительное, то это нейтрализуется этими оскорблениями. И получается, что они стоят на месте или еще хуже, деградируют. И таким образом получается, что люди вроде что-то делают, а не прогрессируют. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура дал нам много указаний на и вот даже Сачи Деви, она Бхакти Деви, смотрите, она известна как Бхакти Мата, но она тоже однажды в уме подумала про Адвайту, что не Адвайта, а Двайта. Кто сказал, что он Адвайта? Он первого сына забрал, тот принял саньясу и ушел. И вот сейчас второй сын ходит к нему, тоже примет саньясу и уйдет. И вот Сачима подумала так, сказала в сердцах, и все это было достаточно. Верховный Господь, Он пребывает в каждом сердце, Он заметил это, и эта Сачима была в великой опасности, как... Когда Шри Кришна Чайтанья Махапрабху раздавал всем прему, то
И вот Махапрабху явил свою Ишварабаву, даровал милость всем. И все говорили: «О, Господь, ты должен давать милость Мукунде». «А почему? Я не могу давать его милость. А почему он так прекрасно поет, служит?» А Махапрабху ответил, что он и к нам ходит, и также иногда ходит и к Сахаджим, и говорит, что он тоже с ними. И Махапрабху знал об этом и разгневался, и сказал, что он как Каржатия. Ну, то есть люди, которые иногда смиренные очень, иногда готовы побить кого-то, такие лицемерные. То есть иногда они смиренно себя ведут, а иногда нет. То есть такие политики просто лицемерят. И вот такого, и вот Махапрабху сказал, что вот ему прему я не дам. Потом Махапрабху сказал, что может дать ему прему через 10 миллионов лет, точнее через 10 миллионов рождений. И Мукунда, он был очень счастлив и спросил, почему этот Мукунда так танцует. И вот он сказал: «О, Прабху, вы пообещали через сотню, через 10 миллионов рождений я обрету прему, и я радуюсь этому». И Махапрабху сказал: «Ну, раз ты веришь в мои слова, значит, все твои 10 миллионов рождений, они уже прошли». И таким образом он обрел милость. И вот Махарадж вчера говорил, что какие-то люди не могут что-то сделать полезное, но сломать могут. То есть ломать проще, чем строить. И вот согласно санскритской литературе, вот это санскритская пословица, что далеко не каждый может что-либо построить, но сломать почти каждый может. И сейчас такая же ситуация, к сожалению. И вот суть в том, и вот Мукунда в то время. И вот Махапрабху сказал, когда услышал, что Мукунда очень обрадовался, что через 10 миллионов рождений он обретет прему. А как его определение? Ишвара. Ишвара — это тот, кто может сделать все. Когда Расалила происходила. И вот, за это время много калп прошло, но гопи, они восприняли это время как время, за которое моргают глаза. И вот Кришна может поместить биллионы и триллионы лет в какую-то часть секунды, но не все могут в это поверить. Но это возможно. Кришна может поместить миллионы лет в сжатие до секунды, иначе кто такой Кришна и кто будет слушаться Кришну? Для него все возможно, и поэтому Мукунда знал это, и он начал радоваться. И Махапрабху спросил, почему он радуется, а когда узнал, сказал, что так, у него такая вера в меня. И вот
эти 10 миллионов рождений уже прошли, и поэтому он достоин обрести прему. И вот та Сачимата, она не... Не могла обрести прему, и когда Махапрабху сказали, что это его мать, он сказал, ну и что, если она совершила оскорбление лотосным стопам Адвайта Гасая, то пускай искупит его, и что, действительно так, да, да. Когда Адвайта Гасая слышал это, он падал без сознания. Слышал это болезненное сообщение, и тем временем Шачимата была очень аккуратно пошла, приняла пыль с лотосных стоп Адвайта Гасая к себе на голову и этим искупила свое оскорбление. И вот смотрите, этими примерами я могу сказать, показать, насколько опасное оскорбление Апарадхи. Очень быстро, очень... И вот мы должны переводить и публиковать слова Шрилы Прабхупады, чтобы никто не был обманут. И это наша миссия. Наша миссия – остановить людей от попадания в ад. Наша миссия в том, чтобы прекратить, чтобы люди шли в неправильном направлении. Мы не создаем никакой миссии для сбора денег. Нет. Наша миссия в другом. Если вы хотите присоединиться к нашей миссии, то вы можете делать все, что пожелаете. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что никто не может понять, какие ошибки они совершают каждый день и не могут осознать это, посчитать, и поэтому не прогрессируют на пути Баджана. И вот мы находимся в Дхамме, ну а кто-то совершает Дхамма, Нама Апарадхи, Вайшнава Апарадхи, и все время вот так люди совершают различные оскорбления и теряют возможность достичь того уровня. И вот Шрила Прохлад Махарадж также говорит, как и Бхактивинода Тхакур. Все люди следуют каким-то слепцам, а если этот слепец слепой, то как он может вести вас? Но не все понимают этого. Они видят, что много людей следуют этому слепцу, значит, и поэтому они теряют. Они теряют свою силу. И вот дхарма ачарон, характер ложного проповедника, который несет флаг, на котором написано, что он прачарак и ачарья, но Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада говорит, что ложный этикет такого ложного ачарьи. И вот это опускает нас ниже и ниже, чем мы находимся сейчас. И вот Шрила Прабхупада говорит, что обусловленные души, они в обусловленном состоянии находятся. Это естественно для них, даже если они на 80 освобождены, на 20 обусловлены, но все равно они в обусловленности, и это та ситуация, в которой они находятся, и поэтому Шрила Прабхупада говорит. More and more bondage they are going to put themselves down and down. И вот эта обусловленность, она заставляет их деградировать. И так много агитации вокруг происходит, но что такое настоящее Харикатха? Кто покажет вам, что весь мир в связи с Кришной? They are going to die. Let them say, who is going to feel? You can solve one single person? Everybody likes to reserve his own interest.
If I can speak this way, I can automatically I can get the same partition. So you are going to die this way. Сила Прохлад Махарадж и Сатья Югу. И вот Сила Прохлад Махарадж и Сатья Югу, это очень давно было. Но не все могут видеть это, но Прохлад Махарадж говорит. Тео писичитантамурдам нивадья Прохладмахараджа Нате виду сварта готим хи вишну Дура саяде бахиратаман Андая тандай рупаниаман Тео писичитантамурдам нивадья О, май Бог! И вот Хиранягусама спросил у него, кто дал тебе это учение, что ты узнал, смог прогрессировать духовно, и Прохлад Махарадж ответил, что говорить. Я не могу ожидать, что такие демоны не могли научить меня преданному служению, они не знают ничего об абсолютной истине, и как они могут дать что-либо полезное мне. Они даже не знают, что Вишну, Он Верховный Господь. И вот вайшнавы в любой ситуации они созерцают лотосные стопы Вишну. Это естественно происходит. Их нельзя остановить. И вот они видят. И многие не понимают, откуда эта сила к саду приходит, с какого источника у них есть связь с небом, с Верховным Господом, с Божественной сущностью. И вот Прохлад Махарадж был вынужден ответить так, что они, эти учителя, его не знают о настоящем благе, то как можно ожидать получить какое-то должное руководство от них. И вот эти люди, они только думают о материальных потерях и приобретениях. И тем людям, которые постоянно думают о потерях и приобретениях, лучше пойти к бухгалтерам, чтобы учиться у них. Как обычно, бухгалтера видят прибыли и убытки и организуют так, как-то так, чтобы не нужно было платить налоги государству. But cost accountants are giving the idea, Maharaj, someday that machine can go out of order, so you will have to calculate, put some money in this account. It is called depreciation account. Depreciation.
Махарадж приводит пример, как бухгалтера работают, все просчитывают, закладывают амортизационную стоимость оборудования и прочее, прочее. И вот если кто-то... I mean authority coming down, channelized and divided so that the whole organization, I mean this factory can get. И вот Махарадж пример приводит, как фабрика управляется, например, хозяин дает указание директору, директору своим замам, замам там еще кому-то, и так до рабочих доходит. Through which you can get some benefit, material benefit. И вот и какие-то ложные ачарья, могут показать, как вы можете получить какие-то материальные блага, но настоящий ачарья, он думает только о духовном благе. In front of Sadhguru, if you are going to make any agitation, you are to get lost. Перед если мы находимся перед Садхгуру, мы у нас не должно быть никакого колебания, сомнения, иначе это будет причиной нашего падения. Мы знаем это, что может иногда какие-то правила и предписания могут а вот вместо в каком-то парламенте могут выпустить новые законы, старые изменить или отменить. This kind of amendment is not possible in the spiritual world. You think it is also possible here? This kind of amendment is not at all possible in this. Но в духовном мире, на пути баджана, на духовном пути такого невозможно. Если какой-то чистый Гуру Вайшнав что-то говорит, то это Сиддханта. А те, кто не являются чистыми Гуру Вайшнавами, то можно увидеть сотни ошибок в их речи. Это Сиддханта, которого произнесена Шрила Прабхупада, или Бхактивинода Такуром, или Вишванатха Чакравати Падом, или Джива Госвами Падом, она идеальна. И таким образом мы должны быть очень осторожны, иначе мы можем потерять наш баджан. И вот смотрите, любая сиддханта данная, Рупа Госвами Пад, Джива Госвами Пады. И вот сейчас это невозможно. Что? А то есть, если кто-то скажет, что нужно изменить сиддханту, то это невозможно, это оскорбительно. Те, кто хотели изменить правила и предписания Шрилы Прабхупады, эти все люди, они попали в ад очень быстро. Однажды кто-то выступал против Шрилы Прабхупады, они быстро деградировали. И такие люди, их нельзя называть учениками Шрилы Прабхупады, это сиддханта. И вот сейчас я могу пример привести, но имен я не буду упоминать, поскольку у меня нет такого настроения критиковать кого-то. Все они мои шикшагуру. Позитивно или негативно, они показывают нам последствия того или иного. И вот прямо или косвенно, они все мои шикшагуру. И вот кто-то выступал против Шрилы Прабхупады, против его сиддханты. И вот один был знаменитый редактор Гаудии, но он однажды
отвернулся от Шрилы Прабхупады и очень быстро деградировал. Maybe not full kippa, maybe 0.001% less kippa, then 100%, follows. А почему так случилось? Потому что он не получил полной милости Шрилы Прабхупады. Может, даже если получил 99%, но все равно в дальнейшем деградировал. Хотя до этого он был очень известный, знаменитый редактор Гауди. И когда он говорил Харикатху, много ученых людей приходило и записывало, сидели с блокнотами, записывали каждое его слово. И сам Шрила Прабхупад про него сказал, что ты должен рождаться сотни раз, и это твое служение. Но смотрите, если у нас нет емкости, как принять эту милость, как, например, в этом случае Шрила Прабхупад, он выразил ему такое уважение, но этот человек, возможно, возгордился, и это стало причиной его падения. Как Раван, например, Раван очень горд, и Хануман однажды решил проучить его. И он подумал, зачем этот ракшас сидит выше меня, и вот Хануман свой хвост увеличил, и хвост стал выше, чем этот Раван. И таким образом Шрила Прабхупад говорит, что Кришна Бхакта, он хитрее черта. Как-то так, шайтан и шайтан. Те, кто шайтаны, они эти демоны, черти. То гуру Вайшнавы, они перед ними, гуру Вайшнавы, могут явить себя такой, в более ужасной форме, что такие даже низкие люди, они и то зауважают их. И вот раньше в был этот измерительная единица, шер назывался. И вот на Бенгале какая-то пословица есть, что гуру Вайшнава не могут больше сделать, чем кто-либо еще. Вот однажды Шрила Прабхупад повесил на Гудиматхе табличку, что вход воспрещен. И преданные спросили, почему. Шрила Прабхупад сказал, что мирские люди полны ложного эго. Чтобы они нас уважали, нужно повесить эту табличку, что вход воспрещен, иначе они будут думать, что там очень дешевый сад, который можно просто взять и пройти, любой может пройти в любое время. Но мы должны представлять Шрилу Прабхупаду и Бхактисиддханту Тхакура. И чтобы представлять наивеличайших духовных лидеров во всем мире, мы тоже должны быть достойны. Никто никогда не мог сравниться с Шрилой Прабхупадой. И вот Шрила Прабхупад всегда давал нам тот или иной урок однажды. Кто-то подумал, что Шрила Прабхупад так много почтения выражает нам, и вот они и вот из-за того, что они возгордились этим, то они оставили Шрилу Прабхупаду, деградировали, получили посвящение у какого-то другого человека, и вот это такой случай. И в любой момент, когда Гурудев, он хочет, он хвалит нас на публике, он может даровать нам какую-то силу,
но мы не должны гордиться этим. Однажды в нашем храме кто-то... Ну, в общем, какой-то человек был, который всем объявлял, что он ученик такого-то, такого-то великого гуру, но это глупая, так майвади себя ведут. И вот через Сиданту, Вичар можно поймать майвади, опознать, кто есть майвади, а кто нет. И таким образом и вот те, кто потеряли уважение к Шриле Прабхупаде, они все деградировали даже. Иногда эти люди, будучи учениками Шрилы Прабхупады, они писали что-то, но в своих статьях даже не упоминали имя Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Кешав Госвами Махарадж, он дал достойный отпор. Он сказал, что Гауди Матх — это не такая дешевая организация, как ваша, ее невозможно разрушить. А если вы будете пытаться это делать, то вы обречены на смерть. И таким образом, смотрите, кто-то много пишет чего-то, но Шрила Кешав Госвами Махарадж, я очень люблю и уважаю Шрилу Кешава Госвами Махараджа, я считаю его моим гуру, девом. Он мог дать достойный отпор и написать протестную статью на любую тему. А сейчас, к сожалению, сейчас, к сожалению, не осталось таких великих и смелых людей. И вот он, Шрила Кешава Госвами Махарадж, однажды спросил у кого-то, кто, что, ну, у того, кто оставил Шрилу Прабхупаду. Перед тем, как читать его книгу, он спросил, а кто твой Гурудев. Сначала ответь, кто твой Гурудев, и потом мы уже будем думать, читать твою книгу или нет. Prabhupada giving this title, Ganesh, okay. That doesn't mean he is Ganesh. That means Prabhupada blessing him so that he can become very conscious, sincere, and regarding quality, he can become like that. Whenever Prabhupada was praising, и вот когда Гурупад Падма хвалит кого-то, Шрила Прабхупад говорит, мы очень неудачливы, когда мы слушаем хвалу в наш адрес. Гурупад Падма, если прославляет наше имя, то Шрила Прабхупад говорит, никто не может сказать. А вот когда Гурудев прославляет наше имя, мы не должны слушать этого, это опасно для нас. И однажды Шрила Прабхупад говорил Харикатху там, в Навадвипе, в Раничура район, и вот они просили Шрилу Прабхупаду прийти. И вот он пришел, приняв их предложение, говорил Харикатху подобно огню. И когда он говорил Харикатху, Шрила Прабхупад говорил, что Майя Гурупад Падма Парамахамса Шрештха, Шрила Гуркишвардас Бабаджи Махарадж, он идеал, он прославлял своего Гурудева. И случайно Гуркишвар Баба, он находился там в аудитории и слушал Шрилу Прабхупаду. Слушай своего Гурудева, Шрилу Прабхупада. Кто из них Гурудев? Смотрите, ну смотрите на ума, настроение Садгуру. Гуркишвар Дас Бабаджи Махарадж сидел на земле и слушал
Харикатху своего Прабху. И смотрите, многие думают, что он Гурудев Шрила Прабхупады, но он относился к Шриле Прабхупаде как к своему Гурудеву. И вот и когда Горкишор Дас Бабаджи Махарадж услышал, когда Шрила Прабхупад прославлял его имя, он взял и ушел. И когда Шрила Прабхупад узнал, что Горкишор Дас Бабаджи Махарадж был на том выступлении, то он заплакал. Смотрите, вайшнава не очень смиренно, никто, настоящий вайшнав никогда говорит о себе как о лучшем проповеднике во всем мире. Это невозможно. Сердце настоящего вайшнава не позволит этого. Чем больше мы обретаем гуру крипы, тем больше мы хотим стать смирение, и смирение такого умонастроения. Противоположное настроение, оно скинет нас с пути баджана навсегда. И Гурудев, если он будет прославлять наше имя, то все люди придут предложить свое почтение нам. Они захотят поклоняться нам, но это будьте осторожны, это черный день для нас, поскольку мы можем развить ложное эго. И вот если думать о себе как о вайшнаве, если такое умонастроение затянет наше сердце, то мы станем падшей душой. И вот на Бенгале Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если кто-то думает о себе как о возвышенном, возвышенной душе и дает остатки своей пищи всем, то это очень плохо. И как для того, кто раздает остатки своей пищи другим, так и для тех, кто принимает. И вот Шрила Прабхупада говорит, смотрите. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур также пишет. И Шрила Прабхупада говорит, что говорить о том, чтобы принимать остатки его пищи. Your brain cannot go up to that far. Follow what I say. И вот Шрила Прабхупада говорит, что если кто-то раздает остатки своей пищи другим, if this common man going to give uchistha, a common devotee, going to give uchistha to him, then he can again fall down more. You see the mood of Prabhupada. How accurately Prabhupada speaking. Ну, и то, что если этот человек, который раздает остатки своей пищи, примет остатки пищи обычного человека, то это станет причиной его падения. Хотя то, что он уже делает, это тоже причина его падения. Ну, и смысл в том, что кто-то, если слеп, то как он может вести кого-то, как слепец может вести другого слепца. Они не знают, что наивысшая цель жизни Вишну Чаран. А такие люди, они всегда заняты потерями, приобретениями. И как же такие слепые люди могут показать нам путь к достижению Абсолюта, если они сами слепы и не знают, куда идти? Так в процессе сотни тысяч людей, они падают в процессе. Как Махарадж пример приводит, с атомной бомбой, вот, которая упала на Хиросиму и Нагасаки, и все. И то есть, несмотря на то, что this much you can do.
То, что однажды это сделали, а последствия до сих пор происходят. They can go apart. You yourself can go to hell forever. You can take all of your followers. И также, если совершить какое-то оскорбление, то как и вы в ад попадете, так и ваши последователи. Я могу пример один привести и вернуться к этой шлоке. Перед Шилой Прабхупадой Бхактисиддханта Сарасвати однажды Шрила Госвами Махарадж, Апракрита Прабху и Хайгриф Брамачари, Хайгриф Прабху, они двое, они были буквально Лакшми, Гауди Матха, они везде собирали деньги для Гауди Матха, но на самом деле это Шрила Прабхупад, они в итоге, они в один день осознали, что Шрила Прабхупад, он содержит Гауди Матхи, вот они пришли к Шрила Прабхупаде и сказали, что вот это настоятелю Матха мы не можем все отдать, то, что мы собрали, а почему? Можем вам отдать, а почему? Мы видим, что неправильно пользуются этими деньгами. Шрила Прабхупада сказал, это мое указание отдавать ему все. Они сказали, что ну, мы тут так только собирали, ходили везде. Хотим вам отдать. А Шрила Прабхупада сказал, что отдать ему, поскольку то, что он делает, это моя ответственность. И на следующий день они пошли просить подаяние, весь день ходили, ничего не получили, не собрали ни копейки, не принесли и пришли к Шрила Прабхупаде, плача. Шрила Прабхупад засмеялся, выходили просить подаяние. И для проповеди, если вы думаете, что вы великие проповедники, сборщик пожертвований, то это может стать причиной вашей гордости и падения. Садхгуру, он дает силу и возможность, и поэтому, думая иначе, вы деградируете таким образом. И однажды Шрила Прабхупад говорил, что so we cannot stay in Gauriamath, we cannot stay here. We'll have to take leave from you, Prabhupada. Some devotees speak. И вот какие-то преданные что-то. Мадхупури Бхакша. Вот которые собирали подаяние, они решили уйти от Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада посмотрел на них и сказал, я знаю. But what is the какая проблема с вами? I know. But what is the problem with you? Какова проблема с вами? Они, он видел, что они деньги, которые собирали, они неправильно использовали. Татвагьяни Махапуруш, он может видеть ваше сердце. И вот Шрила Прабхупада сказал, какова проблема, с которой вы встречаетесь, пускай они делают то, что делают, а какое отношение к вам и к вашему баджану это относится. И вот они подумали, что действительно могут они ошибку совершить, и мы можем совершать, но зачем оставлять Шрилу Прабхупаду, поскольку это золотая возможность перед нами. Это самая наиречайшая возможность, то, что мы обрели Шрилу Прабхупаду, как и мы. Также очень удачливо, что Шрила Прабхупад — это наш парамгуру. Мы очень немалы по отношению ко всей Вселенной, но все же мы обрели такую великую удачу, что мы можем обрести милость Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Парамхамса Шрешти, я могу прикоснуться к Ясвасане и сказать, заявить, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он лучший из Парамхамс. Может, мы не можем совершать баджан, но мы должны быть уверены, что наш Гурудев, он лучший из Парамхамс. Шрила Бхакти Прамод
Бхагавати-дайта Мадхава Госвами Махарадж, Сан Парамахамса, Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, Шрила Кешав Госвами Махарадж, они Парамахамса, и мы находимся в их наставнической преемственности, кто еще, и мы настолько удачливы, что получили посвящение в их наставнической преемственности, будучи такими незначительными. И вот те преданные, они подумали и решили, какая разница, как это относится к нам. Что Шрила Прабхупада видит, что происходит, он видит наше сердце, и он может поймать нас, если мы станем обманщиками. Шрила Прабхупада может видеть все, и поэтому зачем думать об этом и оставлять Шрилу Прабхупаду? И таким образом Прахлад Махарадж давно говорил, что подобно тому, как один слепец ведет другого слепца, но каков же результат будет? Урудамни, значит, и вот в Дамодара Лиле такие слова. Дам, значит, веревка. И вот такие люди связаны мои. И как такие люди, связанные мои, могут вести вас? Сейчас эпоха рекламы и всякой агитации. Агитация — это нечто другое. То есть какая-то дешевая реклама. This is price only 25 rupees. Very nice. You то can есть, get иногда product. Люди пытаются что-то продать и орут о качествах этого продукта. В Индии часто можно видеть. Trade hike is called. It's called actually. Also, Baba is thinking somebody is there. They are platform speaker. They have no spiritual background. Or at all they previously got some previous, some spiritual background that they lost due to aparadha. They lost aparadha. It's called canvassing. Canvassing is totally different from. И вот агитация — это не проповедь. Bhakti preaching. Не, тем, и тем более не проповедь бхакти. Это агитация, она совершенно другая. Canvassing is totally different from actual preaching, Harikatha. I can so wonder your example. Я могу привести несколько примеров, благодаря которым мы можем понять, что значит Харикатха. Харикатха значит растопить сердца других. Харикатху говорил Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад, Шриниваса Ачарья. Харикатху говорил Наротам Тхакура, Шьямананда Прабху. Я могу привести такие множество таких примеров. И вот когда они начали говорить, то все обстановка, все слушатели, они буквально таяли. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж и Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, они пели киртан для Джаганнатха. Воры тем временем могли оборвать их в процессе. И вот однажды вот Шрила Пури Махарадж, он пел киртан, и тут какой-то варюга подошел, залез в карман, ему забрал все, что там было, и какие-то ученики начали возмущаться, что Гурудев тут варюга вас, оборвал вас, а Пури Махарадж, Шрила Пури Госвами Махарадж, он сказал: зачем вы отвлекаете, я молюсь Джаганнатху, деньги приходят и уходят, зачем думать об этом? В этом материальном мире все не стабильно. Сегодня нас кто-то почитает, завтра оскорбляет. И мы не должны привязываться к этому. И вот Шрила Прабхупада говорит:
материалисты, пускай они нас как-то оскорбляют, но это поможет нам развить более смирение. И вот Гурупад Падма, он был нишкинчан, он был без, очень беден в материальном смысле, но все же он был полон сокровищ, но слепые люди, они не видели этого, что в его сердце содержится огромное богатство. Урудам Нивадья значит, такие люди, они связаны моей, они слепы, и как можно следовать таким людям, связанным Майя, и надеяться обрести правильное направление? И таково состояние Шрила Прахлад Махарадж. Перед Найсим Хадевай плачет и говорит об этом. Если мы достаточно удачливы, то тогда мы можем получить золотую возможность следовать тому посланию, которое принес Шрила Прабхупад для нас. Мы должны быть стать посланниками и передать, чтобы распространить послание Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура и Шри Чайтаньи Махапрабху во всем мире. И таким образом, день за днем, мы должны понять умонастроение Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада никогда не печалился, и даже какие-то люди, которые оставляли Шрилу Прабхупаду, оскорбляли его и писали Сиддханту против Гауди Матха, то Шрила Прабхупад не возмущался, он видел, что они недостаточно удачливы, и они отклонились от пути Садгуру, открыли какой-то субботний клуб, но они не открыли никакой духовной организации. И если вообще какая-то духовная организация есть, то в ней должна быть духовная активность какая-то. И как это доказать? Какой сути результат этой духовной организации? И вот что Кришна говорит, что различные действия происходят, но мы должны думать, какое благо это все приносит нам. Иначе все ваши действия, они ложны. Мы должны считать, какое благо мы получим из этого или иного. Кто-то участвует в харикатхе, кто-то в парикраме. Да, можно, конечно, делать это все, но нужно думать, какое благо мы обрели из этого. Так или иначе, вся эта процедура. То есть это все процессы предназначены для того, чтобы мы обрели настоящую саду-сангу. А если мы не будем следовать этому, например, парикраме или еще чему-то, какова причина этого? Почему все преданные? Все преданные, когда после того, как закончилась Гора Мандала Парикрама, преданные пошли к Шриле Прабхупаде просить позволения уехать домой. Шрила Прабхупад сидел на своем вьясасане, и плакал. Он не мог ничего сказать, поскольку почему он плакал? Из-за милости.
И вот он видел, что эти люди хотя бы неделю могли принимать прасад, совершать парикраму, совершать саду сангу, сейчас они возвращаются к своей майе. И как я могу дать им позволение вернуться? И таким образом, олицетворение милости Шри Чайтанья Махапрабху, Шрила Прабхупад, он сидел и плакал, и наша Гурвага, как Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, или Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, они подобны бриллиантам, они парамахамсы. Мы ни в коем случае не должны оскорблять их, даже если какое-то ложное оскорбление, ложная информация о них, она может отправить нас в ад однажды. Перед Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджем все приходили и жаловались: «О, Махарадж, почему вы этого человека в мате держите? Он очень гневается. Почему?» И этот человек очень гневен. Если вы говорите что-то, то он сам, этот асамис был. Очень гневался постоянно. Если что-то ему сказать, он злился. В общем, злился до такой степени, что потом брал топор и ходил, рубил банановые деревья, чтобы успокоиться. Ну, по крайней мере, ему свой гнев нужно было выпустить. В общем, нужно было выпустить на чем-то, и вот он банановые деревья рубил с такой злостью. И вот Мадхава Госвами Махарадж позвал этого преданного, сказал: «Иди сюда, почему вы так беспокоите этих преданных? Зачем вы гневаетесь так? Лучше идите домой, возвращайтесь». И вот Мадхава Госвами Махарадж не мог, не сказал точнее, что возвращайтесь домой. Он не мог сказать, поскольку у него была огромная любовь ко всем, и он думал, как же можно этого человека взять и отправить назад домой в огонь. Он не мог произнести эти слова, он просто начал плакать. И думал, как же сказать этому человеку, чтобы он ушел из матки и вернулся домой. Он думал, как же взять эту животную и опять кинуть в огонь. И однажды Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж был в Калькутском матхе, и один преданный с Чагды приехал в Калькутту вечером в 10 вечера, и случайно Харикатха Мадхава Госвами Махараджа закончилась, прасад начали раздавать, и вот Махарадж увидел, что этот преданный приехал, и спросил, откуда приехал, и он сказал: «Из Чагды, с матха Чагда». «Почему? Кто послал тебя?» «Никто не послал, а зачем приехал?» «Письмо какое-то, какая-то срочность, зачем приехал?» «Нет, нет ничего, ну иди тогда, возвращайся назад сюда, здесь нельзя тебе оставаться». И вот, этот человек, он... И вот потом Мадхава Госвами Махарадж, он думал, зачем его назад отправил, и сказал, чтобы его пошли и позвали назад. И вот смотрите, настолько милостив. И это он зовется Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа. Он не мог потерпеть никаких проблем или боли своих братьев в Боге. Если кто-то болел чем-то, то Шрила Мадхава Госвами Махараджа, он заботился о таких преданных. Он организовал им еду, докторов, врачей, место, где жить, и все остальное, и все это оплачивал. И давал указания своим ученикам, чтобы они заботились о
его братьев, о его братьях в Боге. И после этого еще так однажды случилось, что тот человек, о котором так много заботился Шрила Бхактидайта Мадхугасвами Махарадж, потом он как-то оскорбил, когда стал ачарьей, он потом оскорбил Шрила Бхактидайта Мадхугасвами Махараджа. И вот Шрила Бабаджи Махарадж говорит, что он не может отплатить за милость Шрилы Бхактидайта Мадхугасвами Махараджа. И если вот Бабаджи Махарадж по служению в Калькутте оказывает, это он всегда становится в Матхе Шрилы Бхактидайте Мадхугасвами Махараджа. И вот пока я жив, я буду помнить и буду вечно благодарен Шрилы Бхактидайте Мадхугасвами Махараджа. И даже после смерти я буду вечно благодарен ему и никогда не забуду его. И, по крайней мере, и вот мы должны быть всем благодарны нашему Гуру Варге. И вот один человек, ему лет 20 с чем-то было, он жил от Кришнанагара на следующей станции железнодорожной. И вот он то ли туберкулезом, туберкулезом это другой болел, который оскорбил его. А этот другой был. Вот он, у него vitals of the body. How you can understand a sadhu is so powerful, brahmacharya? If you look at him, you can see so shiny. И вот этого человека со здоровьем что-то было, силы не хватало, и в общем, болезнь какая-то у него была. И вот он пришел в храм однажды, в храм. Спросили, откуда приехал, сказали, что спросили, зачем приехал, он сказал, что хочет поесть, просто хочет в Матхе жить, и поэтому приехал. И вот ночью вот с ним поговорили, выгнали его, и какой-то преданный мимо проходил. И подумал, что если Шрила Кешава Госвами Махарадж его увидит, то вот благо хоть какое-то получит. И вот сказал, что вот иди, вот там лежи в том месте, там Гурда будет проходить и увидит. И вот он лег рядом с Баджан Кутиром, и вот Шрила Кешава Госвами Махарадж увидел его, спросил, что случилось, вот, спросил, хочешь ли ты остаться в Матхе, и сказал, что да, его из дома все братья выгнали, начал Кешава Госвами Махарадж, он позволил ему в храме жить какое-то время. Вот сказал, что мы тебя вылечим, накормим, и в итоге этот и вот Шрила Кешава Госвами Махарадж, который перед многими настолько свиреп, как лев, но смотрите, настолько милостив он был здесь. И мы не можем сравнивать милость и любовь Гуру Вайшнавов с любовью родителей, поскольку это любовь Гуру Вайшнавов, она гораздо больше. И вот сейчас этот преданный стал саньяси, живет где-то во Вриндаване.
И вот смотрите, он был на волоске от смерти, но благодаря взгляду Гуру Вайшнава он был спасен. Если кто-то оскорбляет таких милостивых Гуру Вайшнава, то куда такие люди попадут? Они даже в ад не попадут, а ниже. Они опустятся ниже, чем адские планеты находятся. И поэтому никогда не должны оскорблять Гуру Вайшнавов. И почему Шрила Прабхупад плакал? Потому что тот преданный ушел и оставил. А эти еще люди уходят, оставляют меня, и, по крайней мере, эту неделю они жили в Матхе, принимали прасад, повторяли харинам, и, по крайней мере, у них была возможность совершать саду-сангу. Сейчас они просят позволения у меня вернуться домой и погрузиться в свою материальную жизнь. И вот есть насекомые, которые летают и перед Калипуджей. И вот эти насекомые, несмотря на то, что они знают, что если они будут лететь к огню, то огонь их сожжет. И они помрут, и также такой же случай с нами, почему мы совершаем Гуру Вайшнава Апаратхи. То есть некоторые люди не некоторые люди не могут, как-то так получается, что они совершают оскорбления, они знают, что это очень опасно, но все равно так получается, что они совершают оскорбления, это очень-очень опасно. Вот христиане молятся, нас что там хлебе, но это глупо, поскольку Господь уже все сделал, чтобы этот хлеб насущный уже был у нас. Он сотворил все вместе с нами. И вот Махарадж рассказывает о случае своей жизни, он был, у него не было ни копейки денег, он пытался баджан совершать. И вот однажды в Калькутту собирал, на Ады поехал, ни копейки денег не было. И что же делать? Нету, не было даже этих тапочек, шлюпах не было. И вот он, Махарадж, были какие деревянные тапочки. И вот он думал, как в этих деревянных тапочек доехать до станции, дойти. И вот он подумал, что... И вот Махарадж вышел, когда вот он услышал какого-то преданного, встретил, он ему поклонился, сказал, что очень счастлив видеть вас. И вот он, этот преданный сказал, что вы тут в деревянных тапочках ходите, вот давайте я вам куплю каких резерв, не деревянные эти, там шлепки. И вот, так у Махараджа эти шлепки появились. И так много раз случалось, что Махарадж был в Гакуле, в Махаване, там лес практически был, и вот он подумал, что Гавадхан Парикраму можно хорошо бы совершить, но на автобус даже денег не было. И вот одна Матаджи спросила, куда вы едете, а я сказал, что хочу Гавадхан Парикраму совершить. И поэтому иду, она спросила, деньги есть ли на автобус, а Махарадж ничего не ответил, но она поняла, что денег нет, пошла домой, и взяла и отдала Махараджу. И однажды во Вриндаване
Холов или где-то там во Враже. Холодно было, и вот Махарадж шел подаяние просить. И вот одна девочка встретила, спросила, куда он идет. А он сказал, что по подаянию просить идет. Она спрашивает, а что босиком идете? Холодно же. И вот она побежала на рынок, купила тапочки, и вот так Кришна помогает мне всегда. И поэтому зачем я должен просить у вас дать то или все? У меня нет недостатка ни в чем, нет настоящий недостаток внутри моего сердца. Кришна может организовать все для нас, и каково ума настроение настоящего саду. И вот завтра я буду говорить о настроении Шрилы Прабхупады, то, что хотел сказать нам Шрила Прабхупада. И вот Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж, он пример нашим Гаудия обществу, пример Гуру Сева, он замечательный пример Гуру Сева, это Шрила Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж. Я прославляю его всегда. И вот смотрите, его терпение, его тринадапи, и все преданные, они чувствуют себя прекрасно вместе с ним, а еще есть, которые завидуют ему, критикуют его без всякой причины. Шрила Ваман Госвами Махарадж, он подобен энциклопедии Гауди Матха. Он может рассказать, что, где, когда было, кто что говорил и все остальное. И Харикатха Шрилы Кешава Госвами Махараджа, Вамана Госвами Махараджа, если будете слушать ее, то вы будете просто плакать. И вот однажды был один настоящий ученик Шрилы Вамана Госвами Махараджа, я на Бенгале говорил, в тот день, если вы послушаете, можете подумать, что я прославляю его Гурудева, поскольку он настоящий саду, если его зовут Говинда Махарадж. И вот он, когда Ваман Госвами Махарадж оставил тело, то он сказал, мой Гурудев ушел, и я не буду жить долго в этом мире. Говинда Махарадж его звали, внешне выглядел как сумасшедший, но он сказал, что мой Гурудев ушел из этого мира, и и он тоже решил умереть, и через два дня умер. И это такой Гуру Сева. Я был вдохновлен говорить Харикатху на день его ухода. И люди плакали, я тоже плакал, был полон слез. Можете подумать, что я прославляю своего Гуру Дева. И вот когда и как и что я говорю, вы должны следовать этому, иначе можете совершить ошибку. И вот в Силигури, в Миланпале, Бала Махарадж говорил на день его ухода. И вот тот Ваман Госвами Махарадж, он понял, кто мой ученик, а кто нет. И как Кешава Госвами Махарадж понял, кто его ученик, а кто нет. И Шрила Бхакти, и вот Шрила Бхакти Дайта Мада Госвами Махарадж, он понял, кто его ученики. И Шрила Шанта Госвами Махарадж, он тоже сказал, когда кто-то сказал, что у вас так много учеников, то Шрила Шанта Госвами Махарадж сказал, что у меня только один настоящий ученик в моей жизни. И что Гурудев может сделать для настоящего преданного, никто не может даже представить, даже во сне. Говинда Махарадж, перед тем, как оставить свое тело, ученик Вамана Госвами Махараджа, он перед уходом какому-то преданному отдал все, что было у него на банковских счетах, и в
все, что, все остальное и другой преданный, который... И вот еще ученик этого Шрилы Бхакти Кумарасвами Госвами Харакпура, он в больницу на операцию собирался и написал письмо Гурудеву со всеми подробностями и сказал, что после операции я могу не выжить, и вот рассказывать, какие деньги, какие украшения для божеств, и все, что где находится, кому сколько дал, и вот сказал, что сейчас в больницу еду, там могу не вернуться. И тогда письмо, когда дошло до Шрилы Шанта Госвами Махараджа, Шанта Госвами Махарадж, когда читал, он плакал. И на следующий день все узнали, что этот Сагар Госвами Махарадж, он умер в процессе операции. И Шанта Госвами Махарадж начал плакать, как ребенок. Никто не мог остановить его. И всю жизнь, сколько он еще жил в мире, он фотографию своего ученика Сагара Махараджа он хранил в своей комнате и каждый день смотрел на него. Можете ли вы представить, какая связь между учеником и Гурудевом? Вы не можете представить этого. Много философии можно запомнить, но я говорю то, что я осознал. Я не говорю никакой ложной философии перед вами. Будьте осторожны. Я не говорю никакой дешевой философии, а говорю только о моем осознании. О Вамане Госвами Махараджи. Смотрите. Один ученик, другой случай там. Один преданный был, что-то разгневался на Гуру Варгу, почему-то ничего не знал, а кто-то из старших его отругал, что зачем вы там в мою область зашли. Она не с того же матка была, но, в общем, его отругали, что он там в чужую область зашел. Он возмущаться начал, что я же для Гурудева тут пожертвования собираю, а чего вы возмущаетесь? И вот Вамана Госвами Махарадж услышал об этом, что этот один севак поругался с каким-то братом в Боге и спросил, кто разрешил тебе говорить так против моего брата в Боге, но вот он ругает меня так, глупо получается. Он ругает ты, что зачем ты его оскорбляешь, уходи, я не хочу тебя больше видеть. И вот он сказал, что я же для вас все делал, но смотрите, какое настроение гуру Вайшнава. А сейчас можно видеть, что кто-то кого-то оскорбляет, и никто не возмущается этим. Но перед тем, как умереть, мы должны узнать всю Сиддханту, весь Гаудия Даршан. И вот пока у нас есть сила, мы пока молоды, сильны, мы должны совершать баджан, совершать все, что мы можем сделать, поскольку в старости уже не сможем. Any question? No? All question I am giving answer. No question left in your life. This is the chadar of Bhamgosi Maharaj. This chadar, I am carrying it for 8-10 years. I am also the chadar of Bhaktivala Tithya Gosi Maharaj. Those Vaishnavas they are giving me. They know I am beggar, I have nothing, so I give you. They are giving, okay, you can take.